Альянс по искоренению гендерного насилия создали в Центральной Азии. Проект реализуется при поддержке Европейского Союза и ООН. Данная инициатива позволит сообща бороться с актуальной проблемой в регионе. Альянс будет оказывать специальную комплексную поддержку женщинам, пережившим физическое и сексуальное насилие. Всего же будет три направления. Это медицинская, психосоциальная и юридическая помощь. В целом же в рамках решения проблемы гендерного насилия в Альянс будут привлечены более 70 представителей Евросоюза, ООН, стран Центральной Азии, дипломатического корпуса и молодежи. Каждая третья женщина в мире подвергалась какому-либо виду насилия. Если мы возьмем Казахстан, то каждая шестая женщина была подвержена физическому или сексуальному насилию. И половина из этих женщин была подвержена особо жестокому виду насилия. Если мы посмотрим на регион в целом, то здесь у нас лидирует Туркестанская область, и фонд ООН в области народонаселения работает активно именно в этой области для предотвращения насилия в отношении женщин и девочек.